Один из элементов грязного бокса – это тычок большим пальцем, такой так называемый грязный джеб. То есть наносится джеб, но мы присоединяемся к противнику не ударной поверхностью, а большим пальцем. Такой грязный прием раньше использовали в боксе профессионально. Дело в том, что современные перчатки, они вот, большой палец прижат. Раньше он был свободен, поэтому можно было чуть-чуть его выставив, нанести тот же джеб большим пальцем в глаз, и фактически было незаметно. То есть то же самое, в принципе, мы можем использовать и сейчас, когда мы наносим тот же джеб, но уже точкой присоединения будет не поверхность, а большой палец. Таким образом, не меняя технику. А если мы это делаем еще в единой комбинации, то есть не раз, два, потому что после попадания в глаз человек, скорее всего, сразу же осядет. А делаем одним движением, либо же это будет очень мощная комбинация. Еще раз, обычный джеб, чуть-чуть выставляя большой палец вперед в глаз. Если есть ключи, можно зажать их в кулаке и один ключ прижать здесь. Это всего лишь усилит. Хотя полноценно этими двумя костяшками вы уже не ударите, вся нагрузка уйдет сюда. Но жестко нанести такой удар в глаз либо в горло будет вполне достаточно. То есть простой джеб. Пробуйте, но аккуратно.